Весной этого года баскетбольная команда Даугавпилс Университета стала чемпионом новой женской баскетбольной лиги. Воспитанницы Николая Романенко в нелегкой борьбе смогли одолеть всех своих соперниц и выиграть золотые медали. Вполне логично, что победительницы в новом сезоне должны были перейти в высшую лигу. Именно это и произошло. Совсем скоро стартует латвийско-эстонская лига. Она состоит из двух. Одна элитная, которая, скажем так, профессиональная команда. Одна эстонская команда и пять латвийских, где ТТТ, Лепа и очень сильные эти команды, которые боролись за медали и так далее. Ну и международная интернационал лига. Семь команд, это наша лига. То есть играет здесь две эстонские команды, Тартуский университет, затем Таллинской Аудентес, как-то так название, и пять латвийских команд, это две сборные У-16, У-17, сборная Латвии, Салдус, Лепая вторая команда и Даугавпилс университет. Первые игры в международном дивизионе Даугавпилс университета проведет уже в эти выходные на выезде. Соперниками станут клубы Салдуса и Лепая. Готовясь к сезону, команда усиленно тренировалась. Кроме того, удалось провести выездные товарищеские игры с литовцами. С Вильнюсской баскетбольной школой два раза выиграли. Там немножко послабее были команды. Потом две команды высшей лиги литовской лиги, да, там и, ну, получилось не весь состав, не собрали. Кто-то заболел, кто-то что-то. Там мы проиграли, но опыт хороший. Усиливаться легионерами наша команда не планирует. В состав вернулись опытные местные баскетболистки Олеся Евсеева и Санта Котеле. По-прежнему будут играть Ольга Олпе и Инга Бородавка. Основной же костяк составят воспитанницы детско-юношеской спортивной школы. Соперники в этом году будут более сильными, но, по словам капитана команды Инги Бородавка, наши девушки готовы бороться за победу с любым клубом международного дивизиона высшей лиги. Мы очень рады выступать в этой лиге. Это достаточно логическое продолжение нашей победы в предыдущей лиге. Ну и могу сказать за себя и за всю команду, что как морально, так и физически мы готовы к новой лиге, к новым вызовам. Но опыт уже есть колоссальный. С эстонскими командами приходилось, доводилось играть? С эстонскими командами я играла в составе другого университета. Ну что, уровень, конечно, повыше, но я могу сказать, что ни капли не сомневаюсь в наших девчонках, и мы дадим бой любой эстонской команде. Получится ли у них это сделать, даугавпилские болельщики узнают уже в следующие выходные. 21 октября в Даугавпилском олимпийском центре ДУ встречается Снотерлига. На следующий день наших девушек ждет матч со сборной Латвии Ю-16. Время проведения этих игр еще уточняется. Внимательно следите за информацией на портале «Грань ЛВ» и в газете «Сейчас».